В Бунинской библиотеке обсудили актуальные проблемы экологии в нашем регионе в рамках круглого стола. Завтра на заседании областного совета подготовлено постановление областного совета о создании зеленого щита вокруг города Орла. Это очень серьезное мероприятие, своеобразные легкие города, если это удастся реализовать. Ну и также реализация инициатив Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса. В обсуждении приняли участие представители общественности. Были затронуты различные темы, например, незаконная вырубка леса, городские свалки, а также подвели итоги завершающемуся году экологии.